Всем привет, вы на канале Old Forest. И так это случилось. Вчера Джастин Ройланд, один из авторов мультсериала Рик и Морти, анонсировал наконец-то пятый сезон. Не будем тянуть с главной темой ролика и сразу озвучим дату. Премьера состоится на Adult Swim 20 июня 2021 года. Мы собрали для вас все слухи и новости грядущего сезона и попытаемся понять, чего же нам ждать через месяц. Что интересно, от этих же авторов совсем недавно состоялась премьера еще одного мультсериала, а именно второй сезон «Солнечных противоположностей». Мы уже успели посмотреть все 8 серий и обязательно подготовим для вас обзор, ведь там есть о чем рассказать и поделиться впечатлениями. Ну а теперь вернемся к теме ролика. С момента выхода четвертого сезона прошло уже 1,5 года, и это немного большой срок, учитывая, что Дэн Харман заявил, что после продажи прав на показ для стриминга производство пойдет куда быстрее. Причиной этому, скорее всего, можно считать пандемию, которая сильно замедлила кинорынок, который только сейчас начинает идти на поправку, хотя количество блокбастеров, которые обычно приносили кинотеатрам больше всего денег, сейчас не так много. Да, еще в августе актриса Сара Чок, подарившая свой голос дочери Рика, Бет Санчес, говорила, что написание сценария завершено и осталась только озвучка. После интервью с ней фанаты решили, что сериал отрисован, а озвучить персонажей удаленно не станет проблемой, и в декабре-марте вышел бы пятый сезон. Мы думали так же, но позже Джастин написал в Твиттере, что работа над пятым сезоном в самом разгаре и в ближайшее время ждать сериал не стоит. Ну а теперь у нас есть дата премьеры и остается только гадать, что же нам приготовили создатели в безумных приключениях Рика и Морти. Скорее всего, перерыв между пятым и шестым сезоном будет меньше предыдущего, так как авторы заявили во время работы над пятым сезоном, что сценарий к следующему шестому уже написан, а значит сейчас пока запущена рекламная кампания на грядущий сезон, вовсю идет производство продолжения. Джастин уже пошутил на этот счет, сказав, что ждет вопросы на тему, когда шестой сезон. Помимо даты, нам также представили полноценный трейлер, который, мы думаем, не имеет смысла разбирать, так как авторы специально делают свои события непредсказуемыми, а некоторыми кадрами, как, например, со злым Морти, просто дразнят фанатов. И сейчас интересно, продолжат ли сценаристы линию кризиса Рика, историю его лучшего друга птичьей личности, ну и, конечно же, главного антагониста мультсериала по версии фанатов злого Морти. Кстати, на этот раз все не ограничится просто сериями сезона. В частности, что в рамках мультивселенского праздника будет представлен рассказ создателей о работе над сериалом, анонсы будущих серий и несколько сюрпризов для поклонников шоу. Обнародованные кадры дают возможность предположить, что главных героев ждет столкновение с гигантскими роботами, человеком водяным и попадание в адское измерение. А на этом пока все. Напишите, что вы ждете от нового сезона. Всем спасибо за внимание и всем пока!